Салам алейкум, уважаемые телезрители! Как и обещали, мы начинаем цикл таких небольших зарисовочек с места площадки строительства духовного центра. И мы будем показывать последовательно, что здесь происходит, чтобы мы просто были в курсе. Салам алейкум, те люди, которые, кстати, пришли оплатить очередные ригеля, колонны, перекрытия и так далее. Сегодня мы побываем на планерке, посмотрим, как идет процесс, докуда дошел. Сразу хочу предупредить, люди просто не привыкли работать на камеру, поэтому не судите строго. Саламу алейкум, рахматуллах. Сидите, сидите, сидите. Я надеюсь, я вас не очень сильно задержал. Так. Чайчик самый приятный. Один из приятных. Все, я этот, надеюсь, не сильно помешал. Я же на начало успел? Да. Все. Сегодня стойки приехали, да, у нас? Да, сегодня привезли. 200 часов. Бригада 1, Абубакр, вам они нужны сделать? Да. Ну, можно вопрос? Сколько у нас бригад? А у нас 2 бригады. А стойки что такое? А, телескопические стойки, которые будут устанавливаться под опалов для заливки этажей. Телескопические? Да. Это как? Они железные стойки железные обычные, стойки. То есть надо... Это для колонн, которые вот эти? Для колонн. Для этажа. Дождя же нету. 37 была температура у нас. А для заливки не подходит? Для заливки бетон теряет свойства свои. Вот, и можно вопрос? Мы до куда дошли? Колонны сколько уже залито? 216 отдельно стоящих колонн. У нас есть еще колонны, которые в лестничных клетках. Вот, их 16 получается. Ну, около 240 колонн у нас будет. Уже будет когда? Уже есть. А до куда мы дошли в строительстве духовного центра? Просто интересно же. Так, ну, я вам скажу так. До середины дошли? Чуть больше середины. Короче, 2/3 практически сделано. Да, по бетонным работам. Ну, если не учитывать ригеля, то есть будут в самом верху. Это уже большая работа у нас там будет. Ну я смотрю, уже пилон, центровой пилон начали. Ну, это настоящие 2/3 мы сделали. Вам сегодня мы будем еще заливать, правильно? Ну да. Мы заливаем под бетонку. Под бетонки зальем 25 кубов. У нас есть цемент? Да, у нас всегда у нас цемент. На старте. На 180 кубов. На 180 кубов. То есть это 83 тонны цемента у нас. 83 тонны? 83 тонны цемента. Мы 180 кубов даем бетона. Машала. Это у нас запас есть, хороший, у нас всегда есть запас. То есть сегодня нам нужно 25 кубов 150 марки для подбетонки. На 9 пол. Да. 500 марка. 500 идет для вертикально стоящих, для конструкции, а подбетонка – это подготовительная часть. Капломаны туда-сюда. Заливается напрямую, прям на землю. Слушай, сколько человек сейчас работает вообще на стройке? 60 человек. 30 человек в этой бригаде, 30 человек во второй бригаде. Мне часто в личку пишут, говорят, какая помощь нужна бывает на строительстве. Вообще, что отвечать таким людям? Есть какой-то, я не знаю, центр, куда можно отправить людей?
Физическая помощь. Физическая помощь, да. Физическая помощь. У нас сейчас слишком жарко. Из-за этого мы людям вот не говорим, что есть так, сейчас работа. Чуть-чуть переждем, недельку две. И уже будет этот кладка будет, и другие работы тоже уже можно будет. Уборка территории, там бывает. Вот сколько тоже сам человек пришел. Вот у меня бывает, женщины, допустим, обращаются. Мы бы хотели какую-то хоть помощь оказать, там, если не финансовую, вот физически. А женщин бывает какая-нибудь помощь? На кухне. Если столовая своя, на кухне будет очень много. Слушай, а, например, вот опять-таки спрашиваю, допустим, человек денег по тем или иным причинам, но сейчас может быть, не может прийти. У него есть, допустим, арматура, там, кирпич, мирпич, тоже, мало ли что он может дать. Есть вещи, которые необходимы. Я не знаю, в конце концов, я слышал там насчет покрышек, буквально вчера я сделал запись. Вот Зубаиру, чтобы машину приобрести, в Инстаграм выставил. Иншалла Рахман, этот вопрос да, надеюсь. Алхамдулилля, очень даже активно. По 1000, по 100, но все равно очень приятно бывает, люди так закидывают. Идет. Ну вот бывают же покрышки, там, перчатки какие-нибудь там что-нибудь. Знаете, вот еще один момент, я извиняюсь, вот на днях нам 3 тонны гвозди дал человек, допустим, вот нам нужно было, он говорит, давай, как я помогу, мне говорит, вот что-то, чем-то, короче, я говорю, давай, нам вот нужны, он гвоздями занимается, я с ним постоянно гвоздями бывает сталкиваюсь, и он говорит, давай тогда, я говорю, давай гвоздями, я Пахрудин говорит, добро, давай, говорит, нам все равно нужны, она же расходный материал, все равно уходит. Вообще основной телефон твой, да, Пахрудин, вот этот, который... Перчатки тоже не сказали. А в перчатке тоже. А вы кем здесь работаете? За склад. Это же такой склад. Мне вчера ко мне отправили, вечером я сидел в одном месте с ребятами. Там машину отправил, он, если машина нужна, говорит, я слышал, говорит, что вам там машина нужна. И он отправил. Я смотрю на него, непонятно, что за машина. Я спрашиваю, у него это Toyota праворульная. А, вот это же, да. Да, универсал машина, говорит, он не знал, что люди уже собирают деньги, если нужна, она моя кормилица, говорит, но все равно я готов, говорит, если она так нужна, говорит, я готов, говорит, от нее. Нет, сам... кормилицу зачем забирать? Да, я тогда ему сказал, тебе большое спасибо, говорю, если у нас такая, слишком такая необходимость будет, мы обратимся, ну, так люди я как раз, да. Он мне написал, я обещал сегодня на планерке этот вопрос поднять, если, если необходимо здесь в этой машине, можно человеку предлагать, но если она на самом деле его, как говорится, кормится. Пусть Аллах будет доволен, да, Аллах ему спасибо сказать. Люди как реагируют. Я прошу прощения, я вас, наверное, отвлекаю немножечко, ну, чтобы так было понятно. 60 человек работает, это сколько тонн вы заливаете в день? Когда, вот когда по полной программе работаете, сколько успеваете вы залить? 100 кубов. 100 кубов мне ничего не говорит, это сколько колонн? 4 колонны, одна бригада, 4 колонны, другая бригада. Почти 8 колонн вы? 8 колонн в день можно заливать, но... Когда погода располагает. Это уже готовые колонны. То есть, это как? То есть каждый день их заливать не получается, их же надо армировать, все это готовить. Один день армируем, каркас собираем, потом нужно устанавливать, геодезист должен выставлять. На все это около, дня 3 уходит на одну колонну. Вот когда вот на планерке вы собираетесь, вы какие основные моменты обсуждаете? Вот здесь. То, что сегодня сделано. А вот сегодня что сделано, например? У нас продуктивных нет лучше. Сегодня понятно. Я когда выехал, 38 градусов у меня в машине погнал. Понятно, что в это время тяжело работать. На сегодня вот наша бригада приготовила две колонны. Две колонны. По заливку приготовила. Все выставлено, ждет заливки на завтра. Потом вот пилоны, которые в центре. Одну пилону установили. Выставлено все завтра, тоже под заливку можно. 8 подбетонок сделаны под фундаменты. Сегодня заливаем под бетон. Сколько штук? 8 приготовили под бетонки. 150 марки. Нет,
Так много, наверное, не успеем. Успеем, по бетонку успеем. Сегодня мы заберем. Да. Это не причина называется, что столько вода. Да, два микса. Там сейчас, они отвечают сейчас. Техника надо... Технику? Нет, три. Два точно. Два миксера, два миксера сделают и хватает. Поочередно. Так, под бетонки. Под бетонки. А с этим что? Гэшку G-образные, да, вот эти диафрагмы закончили армирование. Нужно опалку, да, делать? Да, завтра? Да, завтра нужно опалку поставить. И на ЛК-3 идут работы. ЛК-3 у нас ремонт как идет? Ремонт второй этаж закончили, первый ремонт делаем. Второй этаж закончили? Да. Первый этаж перешли? Да, на первый этаж перешли и туда будем. Насчет вышки не сказали же, это правильно, да? Ну, пока внизу эти работы делаем, вышка, когда нужна будет, мы заранее скажем. Заранее скажите, чтобы мы могли, а то на въезд открывает. Да. Так, и телескопические стойки надо устанавливать. Да, мы их приняли сегодня, завтра. Начинаем заливать ее. Вот. Потом... Сегодня... Вы? У нас тоже вот на лестничной клетке. Третий этаж готов. Готовим. Готовим. Одну диафрагму армирования закончили. Угу. Можно будет завтра с утра закрыть ее. Угу. Колонны готовы к заливке, две круглые колонны. И вот эти фундаменты. Фундаменты у вас, да. Да. Их получается у вас две штуки, да. Готовы. Это да. По... Завтра у нас большой объем. Да. С утра, завтра хорошая погода, мы с утра зайдем. Слушайте, я вам желаю на самом деле удачи. Сейчас уже потихоньку, с вашего позволения, попрощаюсь с телезрителями. Один вопрос можно напоследок? Вы ругаетесь здесь? Бывает, что вот так? Конечно. Не, ну не до драки, понятно. А из-за чего бывают у вас разные мнения? Да, мнения бывают разные, но повышенных тонов не бывает, мы как бы... У нас, альхамдулилля, Мухаммад Расул есть, Расул человек, он находит совсем компромиссный вариант. Еще такого не было. То есть, может человек не успеть, может человек, ну не знаю, ну не получится, а другой поймет то, что он начал виниться и высказывать им. Ну вот такие моменты. А так у нас все стараются, в общем, с этим у нас вопрос. Ругаемся только по рабочим моментам. Ругаюсь или нет, это я уже там на строительной площадке буду выяснять. А смотрите этот цикл передач «Дневники духовного центра Вассалам».